Shipping Coast TV. Реальная гангстер жизнь. Йо-йо-йо. С вами Shipping Coast. Мы находимся на Арбате. Это Кэн. Я всегда на связи. Это я. Это я. Это Е-кот. Мы сегодня кайфуем, бухаем, ребята. Только что сняли клип, сейчас Кэн расскажет вам. Для Панса Мико снимает очень крутой клип. Там задействованы люди с Миннесоты, люди с Португалии. Очень крутой будет трек. Все очень круто стелят, поэтому в ближайшее время ждите. Это будет просто бомба, которая будет взрывать. Да. Это настоящий андер. Я там тоже присутствовал. Ну, как массовка, короче. Йоко тоже там присутствовал. Короче, Эмпанс и Джази from Minnesota. Джази from Minnesota. Скоро выйдет клип. Короче, ждите, ребят. Это такая рекламка в поддержку рэп-движения. Я не знаю, что выйдет, но вы увидите все сами. Смотрите, а это Арбат. Это Арбат, люди катаются вот на таких, видите, штучках. Мне даже привет, блядь. Вот, смотрите, видите, как надо кататься. Вот так вот. Но я считаю, вот эта хуйня, она для инвалидов, ребят. Вы понимаете? Кто хочет уже быть инвалидом, он становится на эту хуйню. А кто хочет быть человеком, он ходит на своих двух ногах. Всегда стоят две классические Жигули. Это Жигули первой модели 2101 с крышками и со спичками. Видите? Я их рот ебал, этих белочек. Оу. Йо-йо-йо. Туда? Да, мы здесь. Локи вон, пару слов. Йо-йо. Все. Где ты сегодня был? Сегодня на что Арбате, пил, на что ел, ничего где не пил. Танцевал? Сегодня танцевал я верхний брейк, хуёво. Вот так вот с кайфом. Все. Вот и все. Это был Локи Вон. Начинающий рэп-исполнитель. Смотрите, что творится. Роботы, блядь. Это на Чипинко СТВ? Да, роботы, блядь, захватили, блядь, Арбат, нахуй. Ну, прикинь, что вил у тебя на Чипинко СТВ, короче, смотрел, ты там... Какой-то чувак такой пьяный вообще в говно гулял в Панаме. И шейки. Вы по ПГ ходили, гуляли. Да, я сейчас так хожу. И до вас доебались какие-то два пиздюка. Что-то да, там, да. Я их рот ебал. Я знаю этих пиздюков, они ко мне на студию приходили. Я могу тебе их скинуть, блядь. Да не надо их скинуть. Просто передай им, я их рот ебал. Вот и да, все. Да, блядь, придут, если... Он мне подходит, говорит, кто из вас CG, кто из вас, блядь, Big Smoke. Я говорю, ты охуел, пидорас, блядь. Ты еще, блядь, во мне игру увидел, блядь, GTA San Andreas? Да, да, жестко, парень, рамсит, блядь. Вот так, короче, ребят. Хуйню несет. Мы находимся сейчас на Арбате. Чипинкос кайфует. Этим поганым московским летом, это самое хуевое лето, которое было, блядь. За всю историю, блядь. За всю историю, блядь. 60, блядь, лет, нахуй. Каждый день дождь, ребят. Но мне похуй, меня никакая погода не остановит. Она не будет. Здесь видите, что? Люди, короче, рисуют изобразительное искусство. Эй, бро! Вот мой бро. Пару слов. Yes, you got in here when love comes in. Вот так вот, видите, мои братишки, короче, гуляют тоже. Короче, здесь происходит реальная движуха. Смотрите, ребят. Вот это красавица. Тачка 50-х годов. Кэн, что ты можешь сказать, Кэн? Кэн, что ты можешь сказать? Это пиздец, что происходит. Давайте пройдем. Вокимон здесь. Вокимон здесь. Сейчас вот эта хуета проедет. Вокимон, все здесь, нахуй. Вот. Да. Все, от души, короче, всем. Это был Йо-кот. А это Кэнон. Кэнон в очках сегодня. Сегодня, ему да, мешает
московское солнце, так как оно каждый день, блядь, в 6 утра выходит у нас в Москве. Не, ну сегодня солнечный день, мы идем по Арбату, мы по-любому дойдем до Жигулей, потому что в Жигулях самое красивое, конкретное. Один раз в жизни можно Балтику порекламировать? Вы мне за это бабки, блядь, должны, суки, а я вас бесплатно, блядь, рекламирую. И... Парламент докуренный уже, вот, парламент Сильвер. Ток такие. Видно, короче. Он легкий. Ладно, Кэн, который скоро выйдет еще. В ближайшее время выйдет очень мощный клип, который будет несравним с тем, что делается на мейнстриме. Это будет реальный андер. Там будет панс, там будет джази, там будет. Ради Нукенау. Все, там будет все очень по андеру. Принцип тоже зачитает. Колян, респект. Вот так вот, ребят. Главное, оставайтесь с собой, будьте настоящими. Никогда не прогинайтесь под деньги, под современную моду, под все вот эти выебоны. Оставайтесь самим собой, какие вы были в детстве, когда катались, блядь, на ебаных, блядь, трехколесных велосипедах и на ебаных аистах. Это сейчас вы, блядь, катаетесь, блядь, на охуенно скоростных, блядь, великах. Работаете там, блядь, в Лукойле, на инвалидных колясках, вот эти гироскутеры, хуютеры. Гироскутеры, блядь, на приколе. Кучки себя, блядь, таких, блядь, невъебенных типов, блядь, там, Black покажите, Star, а-ля покажите, Black, покажите. А-ля Black Star, блядь, и так далее. Да. Короче, я вас всех рот топтал. С вами был Чупинкос ТВ, это Арбат. Вот, сними. Подожди, что это? We speak English, man. We speak English, man. Okay, don't be so shy. Don't be so shy. Relax. Видите, Кэнон хочет на тайский массаж, но не знает, что она мужик, его выебет. Да, походу. Так что будьте начеку, ребят. Там слоны двигаются. Ой, блядь, слоны задвигаются. Ёбаный в рот, что здесь творится? Я с ума сойду, блядь. Яра, это что такое? Ёбаный в рот. Ёбаный свет, блядь. He's from Bali. Понимаешь, блядь. Всё, она испугалась, сваливаем. Она испугалась, пойдём. Как он передвигается? Его ебёшь кто-то, блядь, он передвигается. Hey, girl, don't be afraid of us. It's okay. Вот и все, ребят. Вот такая вот жизнь, короче, блядь. Первый раз в Москве вышло блядское солнце, блядь. И сегодня мы вынуждены кайфовать. Потому что мы завтра не знаем. Может, завтра снег, блядь, пойдет. Может, дождь пойдет, блядь. Может, хуй его что станет, блядь. Апокалипсис, может, завтра будет, блядь. Я его рот ебал, блядь. Может, нахуй мои завтра, блядь, все работы, мои все песни нахуй никому не нужны будут, потому что все будут мертвы, блядь. И с вами Чипинкос. Он никогда никого не боялся и не будет бояться. Кто хочет дружить со мной, дружить. Не хотите дружить? Нал есть, нал есть.